Всем привет! Сегодня готовлю пышные дрожжевые лепешки, жареные на сковороде, которые подаются со сметаной, чесночным соусом и тертым сыром. Лепешки очень вкусные, пышные и ароматные. Готовятся очень просто, ингредиенты доступные. В миску наливаем 350 мл теплой воды. Добавляем 1 столовую ложку сахара, 20 грамм сырых дрожжей или 7 грамм сухих дрожжей. Перемешиваем и оставляем на минут 5-10, чтобы убедиться, что дрожжи работают. В миску просеем 400 грамм муки, добавляем половину чайной ложки соли, перемешиваем. Прошло 5 минут, дрожжи начали пениться. Вливаем в муку, замешиваем тесто. Тесто замешиваем ложкой или лопаткой, оно очень мягкое и липнущее к рукам, но при этом тесто не должно растекаться по миске. Если тесто расплывается, то нужно добавить еще муки, у меня еще ушло 50 грамм муки. Закрываем крышкой и убираем в теплое место для подъема на 40-50 минут. Как только тесто увеличится в объеме, его нужно обмять и дождаться, когда оно поднимется еще раз. Прошло 50 минут, тесто поднялось второй раз. Стол посыпаем мукой, кладем тесто на стол и обваливаем его в муке. Делим на 5 частей. Каждая часть весом примерно 150-160 грамм. Дадим колобочкам постоять минут 10. Теперь берем один колобочек и руками его потихоньку растягиваем в лепешку диаметром примерно 18-15 см. Тесто хорошо поддается, поэтому не составит никакого труда. На сковороду наливаем растительное масло так, чтобы лепешка плавала в масле. Хорошо нагреваем. Кладем лепешку и обжариваем на среднем огне до золотистого цвета с двух сторон. Жарятся они очень быстро, по 2 минуты с каждой стороны. Заранее нужно приготовить соус. В сметане измельчим 2 зубчика чеснока и перемешаем. Сыр натрем на мелкой терке. И сразу горячую лепешку смазываем соусом. Посыпаем сыром, чтобы сыр успел немного подтаять. И подаем все это с пылу с жару к столу. Можно просто смазать чесноком и посыпать солью. Это очень вкусно, особенно в горячем виде. Рекомендую приготовить, вам обязательно понравится. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки, пишите комментарии. Вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита, кушайте вкусно и будьте здоровы!